Когда и как антибиотики становятся бесполезными? Какие вызовы бросает медиа современный мир? Об этом и не только поговорили в рамках завершившегося проекта «Про науку» в Казанском федеральном университете. Это научно-популярный проект, который Казанский университет запустил 4 года назад. Сделано это было для того, чтобы привлечь максимальное количество людей не из университетского сообщества, а жителей города Казань, гостей Казани. Старались сделать, показать, что наука на самом деле это не скучно, а наука – это очень интересно, поэтому в увлекательной форме все это подавали. Про науку в Казанском федеральном университете – это уникальная возможность стать студентом на несколько дней и узнать жизнь университета изнутри. Идея нынешней про науки КФУ – это ночь после катаклизмов, то есть это, опять же, о будущем, о торжестве жизни, но, тем не менее, каким будет наше общество, какой будет наша жизнь, как раз-таки, когда мы переживем и победим все пандемии и катаклизмы. В этом году проект получился действительно особенным. Вместо одного вечера провели целую неделю науки, а также изменился и формат проекта. Мы решили сделать не просто онлайн-лекции, а тоже своего рода такой гибридный смешанный формат. Основной центральной, первичной площадкой трансляции про науки в этом году был телеканал «Универ ТВ». У нас все наши лекции запускались сначала через телевизионный эфир, а затем уже они оседали, скажем так, на просторах интернета, в социальных сетях. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, «Универ Ньюс».